Эксперты прогнозируют увеличение табачной контрабанды. В рамках борьбы с курением правительство подготовило новый законопроект об увеличении цен на акцизы сигарет. Если сегодня на заседании правительства закон будет принят, то к 2014 году стоимость пачки сигарет вырастет на 50%, а значит цены станут еще больше. Средняя стоимость одной пачки сигарет составит около 240 рублей.